Мы пришли в американский барбершоп. Тут работают одни мужчины, стригут только мужчин. И Данилке уже сделают стрижку. Посмотрим, как он поведет себя. Так вот выглядят какие-то олени. Расположено $17, они только кэш берут. Вот. Все в таком американском стиле. Все такое старое. Это их... Они 85 лет в бизнесе, их папа научил стричь, и они до сих пор и стрижут. Это 5 братьев. Красивый мальчик сидит. Такая вот хорошая парикмахерская для мужчин. Все старое такое, конечно, в американском стиле. Ну, в Каролине много таких мест, конечно. Тут еще на стене такая вот вывеска стоит, что я стою перед американским флагом, работаю тяжело для моей семьи и преклоняю колени перед Богом. Даже журналы тут соответствующие. Looks good. Похоже, что уже малыша подстригли. Looking good. А ну, тебе нравится, Данил? Да, хороший мальчик. Красивый ты у нас такой теперь.